352. Столько заявок поступило на интерактивный фестиваль-конкурс «Арт Олимпрос Атома» в номинации «Изобразительное творчество». Среди них была и заявка семиклассницы из гимназии номер 216 «Дидакт» Александры Артамоновой. Принять участие в конкурсе в Новоуральске девочке предложила учительница ИЗО. Мы нарисовали работу, и, в общем, надо было сделать презентацию, то есть представить ее. Мы сделали работу, а потом нам сказали, что я прошла. Фестиваль-конкурс «Арт Олимп» – мероприятие для талантливых детей, которое проводится в рамках проекта «Школа Росатома». В нем приняли участие школьники из городов присутствия госкорпорации. На очный этап в Новоуральск приехали ребята из Десногорска, Димитровграда, Железногорска, Заречного, Лесного, Сарова, Северска, Снежинска, Соснового Бора, Трехгорного. Конкурсанты соревновались в различных номинациях – эстрадный и современный танец, дизайн костюма и аксессуаров, эстрадный вокал, разговорный жанр, изобразительное творчество. В рамках фестиваля для участников провели мастер-классы и экспресс-конкурсы. Художникам дали задание выполнить в графическом редакторе работу на тему «Мечты сбываются». Нам надо было сделать, как девочка мечтает о космосе. То есть там девочку на фоне космоса и о чем она мечтает. То есть планеты разные. Работа Саши заняла первое место. На следующем этапе творческих состязаний нужно было воплотить эту же идею, но теперь с помощью красок и кисти. Саше больше нравится писать акварелью, но по условиям конкурса пришлось работать с гуашью. В акварели обычно цвета смешивают, а в гуаши, то есть там делают мазками, чтобы было все так вот, как более выразительно. В итоге Александра Артамонова заняла на фестивале-конкурсе «Арт Олимп Росатома» третье место. Девочку наградили путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок». Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».